Ну вот вы и имели удовольствие познакомиться с Эндрю Райном. Это он построил этот город, и он же его и разрушает. Никто точно не знает, что произошло. Может, он сошел с ума? Может, власть ударила в голову? Может, просто решил, что не любит людей? Как ни крути, но погибло много хорошего народа. Моя семья прячется на подводной лодке у рыбзавода Фонтейна. Там мы с тобой встретимся. Что там ползает у меня в саду? Но дни летят, словно ветер.
братья, седьмая вода на киселе. Все с этими генами смогут брать обороты и плыть куда пожелают. Thank you.
Притворитесь сестричкой и позовите большого папочку на помощь. Он вступит в бой и защитит вас. Сожгите врага в 1000-градусном пламени. Но будьте осторожны с огнем. Кидайте в противника любые предметы. Поймайте гранату на лету и бросьте ее во врага. Может осуждать женщину, пожелавшую разнообразия. А затем однажды джентльмены перестали приходить. Атлас предупредил нас по рации. Он говорит, ты ищешь проход на рыбозавод. Псих, я сказал. Но если сможешь добраться до кабинета причального мастера и добыть старому персику фотосканер, может, я и сооружу тебе пропуск. Что это было? Бог мой, тебе конец? Моя юность, моя роза, верните мне ее, верните! Конвейера, может, ты найдешь себе в помощь, чтобы остаться в живых.
А теперь бери фотосканер и снимай всех, что на потолке. Потом я пропущу тебя на рыбное хозяйство. Запомни, сынок, если я хоть чуток унюхаю, что от тебя несет фонтейном, я тебя закопаю. Атлас за тебя поручился, но я перед ним на вытяжку стоять не собираюсь. Ну, парень, а призрак боится. Фонтейн мертв, и все это знают. Он в земле уже пару месяцев как. А эти все вздрагивают от его тени, черт, дожирает. Ну ладно, проехали, у нас полно работы. Осваивал генный рынок и последовательности нуклеотидов. Восторг меняется у меня на глазах. Великая цепь отодвигается все дальше. Возможно, пора наконец потянуться. Сегодня в доках, как один из контрабандистов играл в мяч. Я люблю собирать. Я удивилась, потому что у него руки были изуродованы еще с войны. Но недавно он разгружал баржу, и его увидел малютка. На другое утро он проснулся и обнаружил, что может пошевелить пальцами впервые за много лет. Я спросила, сохранил ли он этого малютка. Спасибо.
мы взяли сразу после полуночи. Теперь либо Райн свалит Фонтейна, либо Фонтейн Райна. Мы допросим беднягу Тимми у рыбзавода Фонтейна. Если хочешь поразвлечься, код 5380. Машенька, дорогая, мы не знаем, что случилось с тобой. Люди Райна забрали тебя и сказали, что ты им нужна для спасения Восторга. Как может ребенок спасти целый город? Но я вижу, как эти девочки теперь выползают из проемов. И могу думать лишь о том, что, возможно, однажды и ты вылезешь из вентиляции, как они, и обнаружишь это письмо. Мы ищем тебя. Но если ты это найдешь, то приходи к нам сама. Комната 7 у Макдонага. Код на двери 7533. За этим Фонтейном лучше присматривать. Раньше он был просто мерзавцем, которого надо было судить и повесить. Но только так выходит, что свидетелей никогда не найти. Он самый опасный тип из всей шайки. Потому что с мозгами... Сканер выглядит вот так. Посмотри наверху. Если верить статье в журнале, что я читал, он способен анализировать генетическую информацию, биологическое строение и еще уйму всего. Я и слов-то таких не знаю. Thank you.
отправился в восторг не ради того, чтобы вздергивать людей за контрабанду. И если Райн со своей командой так поставил дело, то пусть забирают себе мои погоны. Иисус любит меня, так сказано в Библии. Дети его слабы, но сила его велика. Ты раздобыл камеру, отлично. А теперь давай пощелкаем этих мутантов-пауков. И не возвращайся, пока не закончишь. Прости, отец. Что это? Терпел это... Давай! Тебе меня не обмануть! Одинок. Я так одинок. Кто-то думал.
которые крутились у меня в голове еще с войны, пришли в встроенную систему. Он не просто исцеляет поврежденные клетки. Черное может переродиться белым, высокое стать низким. Слабость, сила. Но одних моллюсков мало. Нужны деньги. И что?